Очень крутой. Ну, прямо Россия. Перепробовали миллион видов костромского сыра. Я была в Владимире, Суздаль, Кострома, Ярославе и Великий Ростов. Суздаль такой замечательный город. Я уже три раза там был. Зимой, летом. Архитектура, да, там церкви такие замечательные, очень красивые. Ростов Великий. Очень крутой. Там храм, была белая, и я не узнала об этом, и просто в шоке была, когда я видела. Очень красивая. Кострома мне запомнилась больше всего. Перепробовали миллион видов костромского сыра, увезли с собой. В Сергиев Посаде только один раз был, понравилась мне природа. Ну, прямо Россия. Там много церквей в Сергиев Посаде. Все мне понравились, там очень красиво. Они все такие спокойные, немного людей, и просто там... Там лучше, там тихо, и мне очень понравилось. Вы сохраняете культуру, вы сохраняете традицию, показываете другие поколения, что было, и они тоже продолжают показывать другим. Это очень здорово. Туду Русия имя.